Самый весенний праздник, Международный женский день, в нашей стране отмечается уже 101 год. 8 марта все мужчины поздравляют своих дам, преподносят им приятные мелочи и ценные подарки. И, конечно же, цветы. Поэтому цветочный базар – самое популярное место в канун праздника. Наши корреспонденты отправились именно туда, чтобы узнать, кого славянцы будут поздравлять с женским днем. Дорогие женщины, значит, я, как пожилой человек, поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам здоровья, благополучия, счастья, не унывать, не плакать, всегда быть веселыми, здравыми. В своем доме вот жену Елену Ивановну Калашник, невестку Ирину, внучку Юлю, правнучек Алина и Рада. Тоже им здоровья, благополучия. Поздравляю всех женщин и своих родных тоже. Дочку Бондаренко Наталью Алексеевну, сестру, мать. Всего самого лучшего, конечно, в следующем наступившем году. Поздравляю всех женщин, всю Барта. Жену свою любимую поздравляю. Невестку всех свою тоже поздравляю. Самое наилучшее в жизни пожелание. Здоровья, успеха в жизни всего лучшего. Счастья семье. Мать, дочь, жена, всем знакомых. Вот 15 букетов набрали, будем раздавать, развозить. Поздравлять всех с праздником. Жену и внучку. Как зовут их? Валентина и Полина. Здоровья им, счастья, не болеть, самое главное. Ну, своих близких кого? Супругу, внучку, дочь. Пожелать им здоровья, процветания, всего наилучшего и мира, главное. Свою женщину, любимую подругу, маму и вообще во всех ролях поздравляю, чтобы она всегда была здорова и счастлива. Это самое главное. А мы будем для этого стараться.